Йонти, это ты? Я. А что тут ты робишь? Олимпиаду буду следовать. Какую? Ты уже один раз опозорился с Олимпиадой. Лес зарос, как джунгли. Здорово. Привет, Ахенька, здорово. Ой, хочу немножко возле дороги порядок навести. Еще так и будет дело почти. Ну? Один рядок Дубикова, второй рядок Дубикова будет. А потом третий появится. А потом может и третий, да. Это топор Фискар, да? Фискар, даже. Такой, как у тебя, не? Похоже, да. Да, Гром, такой топор у нас, не? Да. Ну, деревянный. А, этот деревянный. А. Мой. Не, мой вечный. Моё, ну, уже... ты знаешь вечный, я тебе скажу. Я на Ютубе видел вот такие вечные колятся только так. Колется. Да, колятся. Не, колется. Ну я понимаю, с дуру можно и. Я понимаю, и что сломать. Все сломать, другое, да. Да, все сломать. Ну, если бить по ним или что, не знаю. А так колоть. Ну, я думаю, вот даже вот видел в этом месте. А, в этом даже, месте. Да. Ну я не знаю, но я тоже его никак тебе сказать. Не от носи... мороза не это самое, тоже не берегу. Я понял. Бывают же пластмассы, которые морозы боятся. Ну, думаю, сейчас нет таких. Ну, не знаю. Есть. Да, Гром, скажи. Все, теперь все есть. И фиговое тоже есть. Я понял. Не... Так говоришь, что высота будет, да? Ну, я думаю. А куда ветки? Ай. Ирина Ивановна не заберет, а куда-то другие руки надо. Не, Ирине Ивановне не надо. Не надо, ну не надо, так не надо. Если только Алине Ивановне. Куда-нибудь. А, еще есть Инна Ивановна, может? Вот и той тоже нет. Тоже не надо? Той 100%. Я понял. Той 100% не надо. Не знаю, как. О, мой друган, вчера к другану не пришел в гости, так он прибегал ко мне туда, бляха, побегал и не пришел я в гости. Тот Янчиков лес. Да. Ну, хороший мой. О! Моя дружба, хороший мой. Хороший. Это тоже скоро ляжет? Березка вон вся гнилая. Что ляжет, то будем поднимать. Потом. Вон она вся гнилая. Что ляжет, потом за уши и домой. Да, кривенькая та. Добрый сам орешник козы не едят, а вот сережки едят с удовольствием. Поскольку тут Янис занимается чисткой леса, заодно прорекламировали Янису пилу, Эрман. Эрман нам за это не платит. Эрман, правда, не платит за рекламу, но Янису понравилось. Ну смотрю. Как тебе? Ну надо его спросить, что ты говоришь. Так он с руки не упускал. Смотри, какая у него улыбка уже. Ну вот в понедельник поедем в город. Ну да. А что я не выключил? Ай, ну не что-то на сейчас бывает, что. Что-то с выключателем. Так уже знаешь, сколько ей лет. Тогда я научилась подсос. Вытаскивая на глок. Ну да. Сколько нашему каналу 4 года, столько лет уже этой пиле. А, пиле это. Да. 4 года уже. Эрман. Пятый год пошел уже. Пятый год Эрману пошел. Ну, 75 было, это 4 года обратно. Ну да, теперь все же дешевеет, ё-моё, насколько да, процентов. Да, ну, да, не да. Знаю, может и есть. Надо спрашивать. Я, да. Помнишь, это сливовый сад был, где забито было? Да. Я все... этой пилкой весь сад. Весь сад выпилил, Ира, да. Вот это. Да, этой, да, этой. Там да. Я приехал, я был в шоке. Да, хорошая вещь. Это мама лежала. Да. Каплепи тогда чёрт. Во.
Видишь, как? А то ты как дурачок этим топориком. Топориком. Ну не дурачок, бляха, что ты, как совсем уже. Ну, нашу деревню подумай. Ирочка, дурачок я буду через 4 месяца, бляха, я еще пока пожилой человек. На таких работах... Я оскорбляю стариков меня. Я еще пожилой человек. Надо уже как-то свою жизнь облегчать как можно. Да. Я тебя простимулировать на покупку. Ну да, хорошо, ладно. Так ты ж предлагаешь мне в понедельник с тобой ехать в Удвинск покупать ей? Ну да, потом поедем в мэры, накупим себе всякой там лабуды. Так надо, тогда ехать в эту самую, у банкомата, бляха. Там карточкой берут. Ну, в общем, короче, племеннику 64 года, у него все зерно. А как бы меня все правильно, мне все зерно одинаково. Зерно, да. Мне так все... ты ж тебе простительно, ты ж городской мужик, а он же, твоя мать, бляха, с малорезом уже. Мне все одинаково. Когда мне Ира просит что-то купить, я забываю. Ну да. Или звоню тому товарищу, да, который мне будет продавать, и говорю, я к тебе приду за этим. Позвонил, надо 2 мешка и 2, да, хорошо. Позвонил, он вчера позвонил этому... Ловчевскому мужику. И вот это. Я опять раз переспрашиваю, какое. Ну, и вот, все равно видишь, забуду, опять спрошу, позвоню. Да, а этот, видишь, понадеялся, что помнит. Ну, вот, а мне еще и повод жене позвонить, да, спросить. Да. Ну да. А что ты, ку-ку, ничего? Нет, нормально? Это нормально. Нормально. Не для меня, что пшеница, что овес, это вот, да, что ячмень для меня, все зерно. Одно. Зерно и все, да. Давай. А какую восьмерку выписать? Играть, скажи, играть! Ромить, устал, но отдохни. Да хорошо кушаю, хорошо кормлю, потому и устает. Мало двигается. Ну, не то, что мало двигается. Пойди. Так прыгал красиво. Ой, ты как пограничник, прям команды такие ему даешь. Ты говоришь, что ты от меня хочешь? Я хочу, играю. Не хочу, не играю. Да, ты как кот, гуляешь сам по себе. Да, да, да. Скажи, когда ты не будешь видеть, я это тебе напрыгну. Вот так. Приемчик. Гром, приемчик. Завтра. Да всю неделю завтра. Ну да, завтра последний завтра прощенное воскресенье, да. Завтра прощенное воскресенье. Вчера Саша приехал уже по темному. Дал ему кость. И закопал? Ну да, темно уже было. Приходит мне говорит, закопал. Смотри, что-то он закапывает или откапывает. Взялся за бетонную стенку.
Поехал, да? В последнем пятом рейсе мотоблок провалился по самые мосты. Пришлось отцеплять от прицепа, потому что даже ноги проваливаются в этом месте. Так все было красиво, но последний рейс немножко заставил попотеть. Привезли 5 прицепов мусора, собрали по территории хутора, сходили в гости в лес к соседу, посмотрели, чем он там занимается, и заодно ему пилу прорекламировали, Ирину маленькую, которая ему понравилась. Не знаю, колеса мыть, не мыть, валятся сами, потому что как закидавший он их, забивший все. Гром, ты опять хулиганишь, Гром? Опять котов гоняешь? А, Гром? Опять хулиганишь? А, Громик? Не надо котов трогать. Друзья, с вами был канал Хуторянин выходного дня. Всем пока, до новых встреч, всем мира, добра, будьте здоровы!